13-е заседание Совета депутатов муниципального образования Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области 3-го созыва объявляю открытым. Своим землякам. Так, коллеги, повестка утверждена. Переходим к рассмотрению первого раз вопроса о работе филиала ООО «Ленэнерго» Кингисеппской электрической сети по обеспечению бесперебойного электроснабжения населения Кингисеппского муниципального района. Пожалуйста. В текущем году на территории филиала Кингисеппского района произошло 86 технологических нарушений в сети 10 киловольт. 5 из которых были по вине сторонних организаций, собственников электрических установок. 18 вследствие стихийных явлений, скорость света превышала 20 метров в секунду. Это в январе текущего года, в сентябре и в начале июня. Ну, остальные вследствие падения деревьев, разовых и технологических нарушений. Общая продолжительность отключений по каждой из линий не превышала 24 часов и 72 часа суммарная запись, что соответствует требованиям постановления правительства. Суммарно по всем сельским поселениям будет построено 42 новых трансформаторных подстанции, реконструировано с увеличением мощности 20, по линиям 0,4 кВт нового строительства 30 км, реконструкция существующих сетей 83 км, и по 10 кВт строительства 20, реконструкция полкилометра. Реконструкция линии электропередач 4 начата в деревне Луизина, Павлова, Турбизна. Когда будет закончено, столбы валяются, где-то стоят уже новые, где-то старые не убраны, где-то протянут провод, где-то не протянут. В этом году обещали эти деревни доделать. Сама эта установка уже в работе. Опоры будут вывезены до конца года подрядчику направлены по всем замечаниям. Все эти работы, все долги закрыть в 2016 году. Обещали 15. Кризис пройден, и мы опять раскручиваемся. 16-й год уже однозначно не закроется. Ну, просто люди нас не понимают уже на сегодня поселения вот этим работам. Не понимают. Проверяющий готовит и издает. Почему основной? Глава администрации правильно говорит, все это в плачевном состоянии. Все это старое, это будет стоять новое, половина валяется. Бардак полный. Перспективы программы вот, там, после 2015 года. Так вот, я держу повторно, что в 2016 году в Лес-Программе, и в том числе нам выделяются и федеральные